В редакции газеты «Люберецкая панорама» прошло собрание местного отделения Союза журналистов Подмосковья. Главной темой встречи стала 15-я Люберецкая медианеделя. Она стартовала 23 сентября и продлится до 30 числа. В этом году журналистов ждет обширная программа. Участие в церемонии вручения премии имени Мельникова, день открытых дверей в редакции СМИ, празднование 90-летия Люберецкого радио, открытие нового сезона школы юнкоров и пресс-конференция главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого для школьных корреспондентов. Мы каждый год организовываем школу юнкоров. Она при редакции «Люберецкой панорамы» у ЛРТ тоже она есть. Вот. В этом году уже 15-й сезон. Планируем. Она всегда была офлайн. Вот. Сейчас мы думаем о том, какие форматы в дальнейшем использовать для этого. Вот, в том числе будет и онлайн, возможно, на базе какой-то одной из школ. Также журналисты округа приняли в свои ряды внештатного корреспондента телеканала ЛРТ Виталию Куликову. На сегодняшний день Люберецкое отделение Союза журналистов России объединяет 60 человек.